что делать? Ходи, клади. Просто загружать туда. Вот туда воду прямо сыпать, да. Лучше по одному. Еще надо рассказать, что за образцы. По одному. Ну, это Верхоянская пассивная окраина. Это пермские песчаники. Из Харуловского сегмента Верхоянского склад, что надо было пользоваться. Вот эти не будем класть большие. Возьмем маленькие, пожалуйста. По очереди. Да, и вот тут маленький. Не, вот этот, да. А остальные не будем класть. Спасибо большое. Это пока оставим, потом добавим. Итак, в целом, они же разбираются лучше, чем я во всем этом. Я так чисто продать. Активно уже. Не, еще рано. Так, ну да. Я скажу. Это мы проверили штангу, чтобы проверить, разряжаются ли конденсаторы. Это просто electrical код. Нужно пройти его в обязательном порядке, чтобы дальше можно было пользоваться. То есть, в принципе, это написано в мануале все. На 50 киловольт есть пробой? Нет? Еще рано. А, еще рано. 43. Ну вот, мы доводим до 50 киловольт, вот именно исходящее напряжение начинает срабатывать. Посмотрим, что после скольки разрядов, Олег? Это сколько было разрядов? Примерно 40, но плюс-минус. Ну, минута. Ага. Вот, то есть, соответственно, это тоже, то есть, это обязательно по electrical code, по, ну, это как бы установка сертифицирована во всем мире, и везде одинаковая процедура. Чтобы никаких этих... Там чтобы не было вообще вариантов попасть под напряжение. Да. Вот видишь, например, штанга стоит, вот там специально ставится и так далее. Норм? Да. Отлично. Запускайте руку. Кто-нибудь. Да. Сейчас тряпочку принесу. Тряпочку он принесет тебе. Посмотри, что там внутри. И прокомментируй, пожалуйста. Меньше, пока. Больше куски стали. Судя по звуку, меньше. Нет? Еще пока нет. Ну, значит, дальше продолжаем. Олеж, дальше продолжаем. Давай. Ну, поменьше стали? Ну, стали, да, чуть-чуть поменьше. Хотя некоторые вот вообще не... Ну и нормально, все нормально. Оставляем. Все, работаем дальше. Поехали. Ну вот по результатам 5 минут, давайте туда посмотрим, что там, что произошло с материалом. Так, ну он стал мельче. Мельче, а можно посмотреть на сколько? Он небось разный. Есть мелкий, есть более крупный, есть то, что еще не издробилось, а есть то, что прошло. Ну вот. Это все, что осталось, или там еще есть? Нет, там... Подними, пожалуйста, по максимуму. Ну вот есть вот крупные. Я понял, там еще есть достаточно материала. Давай додробим тогда. Хреново дробится, как мы и ожидали. Нужно 2 Гц поставить. Да нет, поставь один, оставь. Крупный один оставим. На память. До спарка 10. Остальные, да. Ну, не, уже чувствуется песочек. Крупный, конечно. Ну давайте все, пройдет еще 5 минут, долбанем. Да, нормально. Но там больше прошло через миллиметр. Представляешь, какой миллиметр, да? А, еще туда. Там же вниз ушло все. Понял, да. Вот. Сейчас попробуем тогда. A few moments later. Сколько прошло времени с первого, ну, вообще количество времени, минут, операционного времени? 2 по 10 плюс минута была. 600, короче, касается. Почти 940 импульсов. 940, бери, да. Нормально, весовый руку. Так, ну, крупных почти не осталось. Так. Ну, вот сейчас я
черпанул показать. Остался вот такой вот. Ага. Да, давай, оставим. Давай. Разгружаем. А, ну, в общем, там где-то, так скажу, что горсть, наверное, осталось вот. Ну, пускай такой будет, уже нет смысла, мы сейчас на 10-м добьем это. Да, вскроем, мы хотим сравнить, как циркончики выходят там и тут. Ага. Там у тебя в мешке сейчас будет все, что ты вскрылась. Мечта, да. Мечта. Вот, ну сейчас, соответственно, все это дело сольется. Это хорошо, что будет сравнить. Вы можете сделать такую статью сравнительную, как conventional и электроимпульсом. Будет интересно. Вот посмотрите, видите, вот эта мутная водичка, это все частицы. И как можно ими пренебречь, если ты, например, занимаешься металлургическими какими-то исследованиями, да? Где каждая частица важна. Тут может вообще вот все полезное быть вот такого размера, понимаешь? Сколько у тебя было воды, столько ты получаешь. Везде, во всех тестах. Потом эту же воду мы используем для мокрого сетования. То есть мы не меняем воду. Вся она отстоится за ночь и так далее. Для промышленных установок, вот там внизу делается дырочка, просто вода сливается. Угу. Вот, видишь, что осталось? Вот сейчас это все дело. Угу. Соответственно. Вот, соответственно. В итоге после 940 разрядов под разной частотой мы получили 50%, наверное, больше даже в пакете. Можно засунуть руку при желании, посмотреть, что там. Вот минус миллиметр. Вот. Ну, плюс-минус. Это все пойдет на 10-й спарк. Ну, можно посмотреть, что, в общем, разваливается так фрактальная частица. Вот, тогда, значит, вот это забираем. Тебе звонят. Вытащи туда. А вот это то, что меньше миллиметра, снимай. Это... Все под ситом. Вот под этим. Угу. Вот. А все, соответственно, слилось вот там вниз. Смотри. Здесь я возьму. Я предпочитаю ведром вытаскивать, но Олег вытаскивает как пакет. У тебя готово там, Олег? Здесь уж материал, здесь. Можно вливать, можно отрезать, как угодно, грубо говоря, да? Вот эту водичку мы используем для мокрого сетования. Вот ваш материал минус миллиметр. Соответственно, никакого заражения. Потерям. Пойдем. Загружаем пермские песчаники. Да хватит. Так. Добавляем воды. Thank you.
Точно наливай. Да? Ничего страшного. Ну вот. Ну еще бы сопочку можно было, конечно. Вот. И если смотреть морфологию, мы потом посмотрим, так как это песчаник, мы уже обращали внимание, то после спарка второго получаются такие уплощенные, удлиненные агрегаты, а после спарка десятого изометрично. Вот имеем, соответственно, 250 ml of sludge and that amount of crushed material. Вопросы есть? Any questions, guys?